чтобы он это не пропадал, скажем так. Тоже я тоже так по много не делаю. Да, да, да. Я вам говорю, единственное, что нет смысла после Люмиколь что-то еще применять. Угу. То есть, если начали, то уже тогда будем ее мазать, угу. потому что другие мази здесь не будут работать. Угу. Вот, собственно, приклеили все. То есть, у вас салфеточку промачиваем угу. в этом, в вазелиновом масле, да, которое для приема внутрь. Угу. Скажите, у нас есть. Да, ну, его для этих, как слабительный использую.